Всем приветики. Сегодня мы с вами посмотрим патруль. Дело уже загружено и приступаем к рассмотрению. Как ни странно, это Dust 2. Карта самая популярная. Так. Но это уже явно говорит о том, что это читер. То есть мы видим то, что то есть он целится в пол, но стреляет в голову. При этом постоянно крутится. Но понятное дело, что нормальный игрок не смог бы... Не смог бы... Так, играть вот так. Хотя для него ничего не происходит. По идее, он просто смотрит ровно, а наблюдатель смотрит в пол. По карте видно, что он постоянно крутится. Ой, я случайно. Ну, я не вижу, что он делает. Потому что он смотрит все время в пол. Вот он на карте все время крутится. Как такое вообще можно? Ну, поэтому, по всему поэтому я не могу ничего сказать насчет Валхака и попадания в голову. Ну, в общем... В общем, что могу сказать? А, то есть мы не досмотрели, типа, серьезно? Ну, по такому режиму непонятно. Есть ли у него Валхака, есть ли у него АИМ. Но крутилка у него есть, то есть можно точно сказать, что у него есть другие. Как за таким наблюдать? Непонятно. Так, приговор. А теперь, когда вы ознакомились с предложенными доказательствами, вы должны установить все обстоятельства дела и вынести окончательное решение. Помните, что во всех категориях необходимо учитывать, что подозреваемый может быть невиновным. Если вы без тени сомнения считаете, что увидено вами поведение сообщество КСГ оценило бы как недопустимое. Только тогда можете нажать неубедительное основание. Если вы не уверены на 100%, значит не жмите, что есть доказательства. Так. Ну, в общем, в прицеливании по килл-листу не видно одних хедшотов. Поэтому недостаточно. В обнаружении тоже, судя по карте, хотя сложно судить, когда он постоянно в пол смотрит, но раз я не могу быть на 100% уверенным, значит недостаточно. Другие вспомогательные средства.
А вот как это расценить? Приветствие нормальной игре. Носил урон членам своей команды, вроде бы нет. А вот другие средства, то есть он крутится. То, что он крутится. Это вроде как и читы, но они не дают ему никаких. Преимуществ. Значит, недостаточно. Ха, бред. Да здесь просто нет нужного пункта. То есть по килл-листу не видно, что от них хедшоты были иногда просто в тело. Иногда его убивали. Помощью обнаружений. Но тоже вроде бы, судя по карте. Ну, как бы, иногда он не в ту сторону смотрел, откуда противник выходит. Потом в своих не стрелял. Другие средства, которые давали ему преимущество, тоже вроде нет. А то, что крутится, это чит, но, блин, нет для него пункта. Поэтому не виновен. Капец. Вот как-то так. Вроде бы и читера, вроде бы и нет. На этом все. Всем покедова.